Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и прошло уже 2 года после того, как я установил магнитолу TI-S. Ну и хочу обобщить, стоило ли ее брать или не стоило. Ну и ответить на некоторые вопросы, которые задают мои подписчики и зрители. Ну, насчет того, стоило или нет, определенно могу со 100% уверенностью сказать, что покупать ее стоило. Обзору она не мешает. Вот так вот с водительского сиденья это все выглядит. У меня магнитола первоначально покупал S-Pro и обновил впоследствии ее до CC2, потому что железо абсолютно такое же, по всему устройству то же самое. У меня версия с вентилятором, здесь вот с обратной стороны решеточка есть. Отвечаю сразу на вопрос, греется она или не греется. Она нагревается на солнце, да, не спорю, иной раз экран до такой степени горячий, что даже пальцы не выдерживают при прикасании. Но в то же время магнитола ведет себя абсолютно адекватно. Она ни разу со все время у меня не глючила, не выключалась, ничего подобного не было. И повела она за эти 2 года абсолютно себя уверенно. И можно сказать, что это самая лучшая магнитола, которая сегодня на рынке существует. Тем более, что сейчас более свежие версии выходят со знаком плюс или даже CC3. Так что вот такое дело. Голосовое управление до сих пор у меня работает все прекрасно. Кнопки на руле тоже прекрасно работают, все функции. Так, что, какой вопрос мне задавали? Мне задавали вопрос, какой код стоит у нее на заводские настройки. Заходим мы в настройки, заводские, код у нее 168. Так что код вот такой. После этого можно уже все это дело настраивать. Так, что я еще хочу сказать. Мы этим летом ездили в Крым. У меня стоит сим-карта МТС здесь. В повседневной жизни ее хватает, конечно. Но в Крыму оказалось, что сейчас российские операторы абсолютно не обслуживаются никак. Есть только роуминг. Причем я не успел Крымский мост переехать. У меня со счета списали там рублей 150. Поэтому быстренько пришлось все это дело отключать. Поэтому, ребята, если вы соберетесь в Крым, в Яндекс.Навигатор скачайте сразу карты Крыма. По дороге можно другие города не скачивать, она все прекрасно работает, но Крым скачайте, потому что у вас карты рисоваться не будут. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, всем удачной эксплуатации, кто уже купил данную магнитолку. Или если еще сомневаетесь, покупать или нет, покупайте, ребята. Не пожалеете. Ну, на этом у меня сегодня все. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока-пока.